Если у Гарри есть пропуск, я найду его через антенны Оскорб. Подключиться к сети Оскорб. Надеюсь, пропуск у тебя. Так, мощный сигнал оттуда. Поспешим. Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. В прошлой серии мы все-таки отдали. Ну как отдали? Можно сказать, Гарри отобрал нас Венома и превратился в монстра-качка, напоминающего Черного Халка. В общем, он все разнес, разбушевался и убежал. Сигнал перемещается. Видимо, вместе с Гарри. А теперь нам нужно его найти и остановить. Потому что то, что он сделал в прошлый раз... Боже, я так паршиво вел себя с Гарри, пока был в костюме. Я должен найти его, извиниться, достучаться до него. В общем, Гарри наворотил кучу дел. Я уже близко, дружище. Помощь идет, держись. Мы снимем с тебя эту дрянь. И вместе с твоим отцом и доктором Коннорсом вылечим тебя. Обязательно. А Венум наплел Гарри, что мы создадим лучший мир. Истинный мир. Как это бывает. И Гарри ему, видимо, поверил. Поддался. Что там Человек-паук в своем телефончике делает? Определим его местоположение. Поиск значка. Он должен быть под развязкой. Короче, у Гарри был пропуск с собой. Вот мы при помощи пропуска его сейчас и пытаемся найти. В пропуске есть чип с GPS-ом, скорее всего. Что это такое? Ух ты. Гарри, ты здесь? Оу. Черт, тут только пропуск. Может, он сам где-то рядом? Вот это уже реально на инопланетную штуку похоже. Он точно меня послушает, надо только достучаться. Да, вот ты где. Гарри, это я. Эй, Гарри, ты слышишь? Слушай, мы найдем лечение, что-то лучше. Ой, он уже не такой мощный, ну, крупный. Подсдулся мальца. Гарри! Что? Ты где? Вот сейчас бы мне пригодилась та сила Сибиота! Нифига себе, а это кто? Что за тетка? О, да вас до кучи! Что, несколько? Гарри как-то превратил этих людей в симбиотов? Кошмар! Как их остановить, не причинив им вреда? Я освободил одного! Не двигайтесь! Спокойно! Вам помогут! Надеюсь, настоящие звери! Нужна помощь Майлза! Это Майлз! Шути после гудка! Майлз, с Гарри проблемы! Он заполучил костюм, и тот на него влияет! Он как-то превращает людей в симбиотов! Я пока держусь, но это все бесполезно! Нужно найти способ снимать эти штуки! Позвони! Нужно найти и остановить Гарри, пока не стало хуже! Не, офигеть, прикольно, что я могу все-таки симбиота снять с них. Ой-ой-ой, больно. Как он с них снимается, интересно. Вы точно в порядке? Майлз, мне нужна твоя помощь. Я получил твои сообщения. Извини, я просто искал маму. Ты в курсе, что Крейвен убит? Что? Нет. Это был Гарри? Да, наверное. Остановим его. Так, у меня идея. Пока ты был под его властью, один звук тебя ослаблял. Колокол. Но как взять его с собой? Нет, но в телефоне есть одна прилога.
которой я смогу воссоздать этот звук, и он ослабит Гарри и его армию. Гениально! Как хорошо, что ты увлекаешься музыкой. Не забудь сообщить это приемной комиссии колледжа. Как жизнь, Ганке? Наконец-то! Твоя мама! Мы искали тебя. А я тебя искал. Я же писал, что в порядке. Сообщений не было. Мы были в метро. Искали тебя. Ну, хорошо. Я провожу твою маму домой. Встретимся там? Сначала мне нужно кое-что сделать, но буду как смогу. Так. Мне нужно воссоздать звучание его колокола. Какие звуки тут можно использовать? Звучание колокола? Ну, давай кран покачаем. Как бы, почему бы и нет? Только мне, наверное, обратно надо вернуться. Подожди. Вот эту вот штуку возьмем. А, надо записать. Во, колокол же есть. Супер! Той же формы, что и колокол Крейвена. Хоть и в 10 раз меньше. Чё еще? Погоди. Прям к нему подъехать нужно, да? Ну, давай сейчас я к нему подойду. А, нет, есть что-то еще. Слушай, вот. Контейнер. Контейнер может быть, кстати. Если сбросить его, будет гулкий звук. Ага. А может быть, пострелять и записать? А то я просто сижу. Давай проверим. Вот так вот. Почти. Нужно эхо. Эхо, эхо, эхо. В контейнер может запихать его? А вот что тут можно сделать? Ну-ка. Поехали. То, что нужно. Да, супер-эхо записано. О, симбиоты. Действуют как на них? Как они добрались так быстро? Простите, что ударил. Вы пока только не вставайте. Пит был прав. Они просто звери. Главное не забывать, что там люди. Интересно, почему мы этот симбиот можем убить? То есть он так сползает с людей и убивается. Ого! Это сильно было. Чё, у меня закончились? На! Чё, у меня не закончилось? У меня закончилась биоэнергия. Биосила. Но гаджеты всегда при мне. Есть? Отличимся. Нет, не отличимся, добивашка используется. Всё? Надо закончить микс, пока еще не пришли. Давай, с контейнером. Звук колокола у меня есть, но он рисковатый. Нужны средние частоты. Ну, блин, я же сканировал, чё? Уронить его нужно как-то. Хм. Как его уронить? Может, вот эту штуку в него запульнуть? Не получилось. А, вот. Записал. Почти есть. Остался низкочастотный звук. Монотонный. Что-то вроде... Вертолета, да? Шума вертолета. Надо подняться. Давай поднимемся-ка, значит. Где наш что-нибудь пропадал? Нужно вертолет теперь поймать. Ух ты, ёлки. Здравствуйте. Подвезете? Вертолетное такси, ёлки. Есть. О, нет. Вот там еще. О, какие-то новенькие, розовенькие. Откуда они берутся? Эти покрупнее. Человек-паук, симбиоты меня преследуют. Нужна помощь. Уже в пути. Звуки записал? Да. Теперь надо превратить их в оружие. У меня есть план. Скоро буду. Надо бы их скинуть. Ой, сами скинулись. Прикольно. Давай сюда. Подлетаем. Куда... Что-то как-то плохо получилось.
С розовыми надо проще. Их просто надо скидывать. Вон. Вон там, наверху. Наверху, 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 наверху. Зацепи его. Красавчик. Давай, выпинывай его. Выпинывай. К воде только надо выпинуть. Ну, ёлки-палки. Все очень плохо. Очень плохо. Я куда-то его выпинываю, не знаю куда. Как-то далековато. О, он сдох. Очистили доброго человека от темных сил. Помолчи уже, не визжи. На коробочку с конфетами новогодние. Полежи уже. Все, хватит, не вставай. О, отхил. Сколько может тебя еще долбить? Надо вернуться гостям, а то они меня там заждались. Привет, ребят. О, энергии возьмем. Снайперов надо снять. К воде. К воде. Нет, тут не получилось. Ёлки-палки, как это больно. Один улетел. Хорошо. С тем бы разобраться как-нибудь. Слезай уже оттуда. Все, иди поплавай. Ну же, ништяк. Где ты? Я тут? Что я пропустил? Че это у него за граната в руке? Очень смешно. Дай перекину записи. Надеюсь, это... Быстрее, быстрее! Давай! Применим сейчас крутую музыкальную шкатулочку. Ваш сотрясающий взрыв превращен в звуковой излучатель. Воздействуйте им. Лады. О, Майлз прилетел. Ого, заработало. Молодец. Давай спасем людей. Так-то лучше. Я думаю, что неплохо было бы переодеть костюмчик Человечка-паука. Ах ты негодник. Приклеился. Наконец-то я тебя достал. Воду, правда, его не закинул. Фу, сзади. Постой. Сейчас я его оглушу. О, сработало. Вылетел. Вылетела птичка из гнезда. Все, еще один остался. Майлз красавчик со своей молнией, как Зевс почти. В 2 очка, да? Уделаем его. Все, иди искупнись. Отмойся от этой грязи. Получилось! Я сообщил спасателям. Они позаботятся об этих людях. Правильно! Метро, какая-то жесть! Поезд остановился и... Жижа на окна! Ганке? Дуглас Сёркл! Тут много! Ганке, мы в пути! Супер! Скорее, Михо! Люблю тебя! И я тебя! Зачем Гарри это делает? Создает всех этих существ! Сомневаюсь, что их делает Гарри! Или я его совсем не знаю. Тогда кто? Симбиот? Да. Я не эксперт, но похоже, он пытается сделать себе новый дом. Ну и пока у нас перерывчик. Давай-ка вот здесь вот засядем. Посмотрим, что по костюмам. У нас новенькие костюмчики там появились. Мы остановились вот на чем. Самодельный костюм Питера Паркера. Панк-паук. Что еще у нас тут? Костюм «Секретные войны», «Гражданская война». Ничего себе, интересный костюм. Броня «Железного паука» от Тони Старка, по всей видимости. Черный костюм с паутиной. О, это, кстати, из фильма костюм. По-моему, «Человек-паук 3». «Враг в отражении». Следующий костюм. Паутинный костюм, это тоже из фильма. И все, пока что. Короче, мне понравилось 3 костюма, я хочу открыть их 3. То есть вот это черный костюм. И у него, между прочим, стиля нет. Он чисто только в одном стиле. Также железный костюм. Черный костюм. Вот этот, кстати, прикольный. Черно с золотым. Выберу его. Ну а вот этот боевой
из гражданской войны, ну, пожалуй, не буду его открывать. Побегаю пока что в этом костюме. Чё, у Майлза, значит? У Майлза есть вот такой через вселенной из мультфильма. И такой. Это тоже из мультфильма. Но они мне не шибко нравятся. Лучше с котейкой побегать. Ну все, костюмчик одет. Теперь нас вообще в тени не видно нифига. И у меня, кстати, ботинки с ракетницами, видишь? В ботинках, как у Тони Старка. Такие же реактивные двигатели там. И в перчатках, между прочим. Обалденно. А вот и Веном. Гарри. Это Гарри. Куда он делся? Зеленые? Найдем его потом. Сейчас нам нужно спасти твою маму и Ганки. Осторожно! Гарри выглядел совсем иначе, чем ты в том костюме. Думаю, не спаси ты меня. И я бы таким стал. Знаем, как там мама с Ганки. Не отвечай. Надо спешить туда. Конечно. Только разберемся здесь. Они превратились в симбиотов. Не думай об этом. Закончим здесь и доберемся туда. Получилось. Куда идем-то? Внутрь? Человек-паук, это ты? Да. Двери заклинило. Надо как-то убрать эти отростки. Поторопитесь. Все эти щупальца живы и соединены. Где-то должен быть центральный нерв. Бинго! Ударим по нерву. Отступает! Этого мало. Они еще пытаются пробраться в поезда. Где-то тут должен быть другой нервный центр. Ну, поищем его. Только я что-то не вижу нифига. Ох ты, сколько их тут. Ух ты. Тут не хватит одной звуковой бомбы. Устроим несколько взрывов. Да, только нужно синхронизировать. Давай попробуем, чё. Сколько на это уйдет? Бро, ты слышал? Сколько еще? Минута, может чуть больше. Слушай, паучье чутье, будь осторожен. Мы этим штукам очень не нравимся. Ладно. Вид, они у сердца. Бегу туда. А лучше сделать вот так вот. А ну назад. Так, кто еще? Спасибо. Садись ближе к оружию! Блин, надо вернуться назад. Они в нас чем-то плюются! Я знаю! Не стой на месте! Офигеть, их слишком много. С нами не тягаться. Нужно остановить их сейчас. Люди на нас рассчитывают. Еще пару секунд. Оу.
Наконец-то! По ушам дало. Получилось. Найдем твою маму и Ганки. Человек-паук! Ты цел! Что случилось? Я послушал тебя. Отказался от того, что мне не было нужно. Идем. Ладно. Это был отстой. Я думал, что я умру. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Успокойся. В тот раз, когда мы играли в мини-гольф на мой день рождения, и я выиграл, это был обман. Я переложил мяч, пока ты не смотрел. Тебе было 8. И когда мы меняли сэндвичами, твои мне никогда не нравились. Но я знал, что ты обожаешь, как моя мама готовит манчхан. И у меня теперь новая подружка, ее зовут Энди, и она классная. И, пожалуйста, не убивай меня, но я придумал сиквел для спидна-нагона. Погоди, Энди из класса химии. Она прикольная. Спасибо, что спас нас. Слушай, извини, что был так занят. Потусуемся, я выкрою время. Будь осторожен. Ганки, пойдем домой. Я приготовлю что-нибудь вкусное. Теперь ищем Гарри. Двинем в центр! Я в пригороде! Но прежде надо переодеть костюмчик. В этом костюмчике я побегал, хочу теперь в черном, истинно черном побегать. В этом. Пока ищу Гарри, надо заодно еще кое-что сделать. Ёлки-палки, ты только посмотри на это. Что происходит в городе? Охренеть, ты только посмотри на это. Похоже на веномские яйца вот эти светящиеся, да? Коконы. И он, походу, захватывает город. Но я вижу только 3 вот этих щупальца огромных из под земли. В одном месте, пока что тут в центре Нью-Йорка. Ладно, я, короче, вообще здесь за другим. Я к Гарри домой приехал, посмотреть, нет ли его тут. Но его тут не оказалось. Что это? Зато есть какие-то записи. С днем рождения. Говорят, что время лечит. Это неправда. Каждый день без тебя все труднее. Если я лишусь и Гарри, то не знаю, что стану делать. Норману очень тяжело. Нужно найти Гарри и спасти его. Я давно не говорил с МДЖ. Надо ей позвонить. Ужасно. Прекрасно! Правда? С темой ты попала в точку. Яблочко! Блестяще. Все обсуждают твою статью. Так пишет редактор. Редактор? Поздравляю. Твое первое задание к утру написать что-нибудь еще в таком же духе. Драма, скандалы. Все как здесь. Как здесь? За работу. МДЖ. Меня не уволили из Бьюгла. Кажется, меня даже повысили. Тебе ведь это и было нужно? Да, я так и думала. Так это... Здорово. Да. Слушай, с Гарри произошло кое-что плохое. Что? Что с ним? Ну? Погоди, мне в дверь стучат. Это трудно объяснить. Просто тебе сейчас лучше его избегать, ладно? МДЖ. Гарри, какого черта? Давай, МДЖ, ответь! Привет, это МДЖ. Черт! Можете оставить сообщение, но если это важно, просто напишите. Лишь бы ты была цела. Человек-паук, как самочувствие? Нервничаю, паникую. Я о физических симптомах. Боли, усталость. Да. Что? Симптомы?
Я просмотрел свои записи за несколько лет. Симбиот транслирует коллективное сознание. Общий разум, в котором я был. Был слишком оптимистично. Он все еще в тебе. Что? Поводов для паники нет, но, возможно, стоит провериться в лаборатории. Не могу, док. Есть проблемы серьезней. Мне пора. Вот это поворот. Коллективный разум. Может, Гарри даже мои мысли читает? Держись, МДжей! МДжей! Где? Гарри. Пит. Такой хмурый. Кофе? Давай поговорим. Тебе, наверное, уже надоело делать мир лучше день за днем. Но я помогу. Просто позволь мне. Ты сам не свой. Нет! Это я настоящий. Я, наконец, могу сделать нашу мечту явью. А ты бросаешь меня? Гарри, нужно снять с тебя эту дрянь. Не смей звать нас дрянью. Мы не Гарри. Теперь мы. Какого черта? Че за фигня? Веном замутил себе подружку? Рыженькую. Отпусти ее! Как он это сделал вообще? Он симбиотом поделился, что ли? Чтобы делать других симбиотных вот таких чуваков, ему нужно в кокон их отправлять. Че за дичь? Покажи ему, что он теряет. Я ее не отдам! Поздно. МДжей. Прости. Ну ладно. Посмотрим, на что она способна. Я не стану отвечать. Не стану искать одобрения. Ни твоего, ни чьего. Прекрати. Я не стану отвечать. Не стану искать одобрения. Ни твоего, ни чего-то еще. Одобрение? Если ты о своей работе. Я о тебе. О тебе. Не о работе и не об этом идиотском доме. И в кои-то веки не о тебе. Обо мне? МДжей, ты о чем? Не лезь не в свое дело. Теперь я главная. Ее зовут Крик. Прикольное имя. Я не хочу ей навредить. Послушай музыку. А, у меня ее нет. Вот это облом. Мы справимся, МДжей. Нас хватит. Ugh!
О, отлично. Поговори со мной! Выкусила. Но она мощная, конечно. Ух ты, упустил. Ничего не скажешь. Почти как Веном. В обличии Питера. Посмотри, что ты творишь! Это не контроль! Я контролирую все! Пит! Что со мной происходит? Не слушай эти голоса! Они тебе врут! Я их тоже слышал и знаю, каково это! Опять ты о себе! Прекрати! Прекрати! Опять ты о себе! У тебя нет работы! Ты не можешь платить за дом! У меня есть работа! С Гарри! Все хорошо! Но надолго ли? Тебя заботит лишь одна работа! Человек-паук! Неправда! Я нужен людям! И ты это знаешь! Что же будет с городом без тебя, Человек-паук? Посмотри, что с ним благодаря тебе! Я все исправлю! Я всегда... Мы исправлялись! Вечно я вторым номером! Я живу в твоей тени, а мои тени идут прахом! Вот тебе правда! Громко! Больно! Поговори со мной! Вечно указываешь, что делать! Я чуть не сдох. МЖ, это я! Довольно! Давай, Питер, добивай ее уже! До третьего этапа чутка осталось! А как же твоя книга? Ты говорила, что хочешь помочь людям! Никто не читал! Всем все равно! Неправда! Если я помогла хоть кому-то, все не зря! Я читал! Мне помогло! Я вечно тебе помогаю! Ты постоянно прерываешь мою жизнь! Ищешь ответы, помощь! Потому что лишился работы или сидишь без денег! Прекрати! Прекрати! А я лишу то, что не верю для мужика, которого призрал, чтобы помочь тебе! Я не думал об этом! МДЖ, уволься! Я что-нибудь придумаю! Я тебе не верю! Я верю только себе! Нет! МДЖ, прости! Я был неправ! Можешь не верить мне! Но, пожалуйста, верь себе! Я буду делать то, что должна! Ты права! Я был эгоистом! Я был так поглощен своими заботами, что не думал о тебе! Давай разберемся с этим по-твоему! Позволь мне помочь тебе! Сопротивляйся его контролю! Нас не остановит! МДЖ! Нет! Хватит! Громко! Больно! МДЖ, нужна помощь!
Я знаю, ты там! Довольно! Наконец-то! Ты нам не нужен! Ты нужна городу! Ты нужна мне! Не ври мне! Ид! И ты мне нужен! Я думал, мы уже закончили. Боишься, что не будешь особенным? Что? Нет! Есть столько всего, в чем ты сильнее меня! Ты в одиночку поддерживала наши отношения! Прости, МДжей! Я принимал тебя как должное! МДжей уже нет! Нет! Это не так! Прости, что причинил тебе столько боли! С домом! С работой! С нашей жизнью! Я обещал исправиться, но не сдержал слова! Я должен был слушать! Должен был поддерживать! Мы же команда! Мы с тобой! Ты не должна приносить свою жизнь в жертву моей! Твои мечты не менее важны, чем мои! Ты лжешь! Пойми, ты тоже важна! Хватит! Мы справимся, МДжей! Заткнись! Сдавайся уже! Я все равно спасу тебя! МДжей, это я! Нас хватит! МДжей быстрее, чем Питер, освободился от Венома. Вот это прикол. Ты... Я в порядке. Да, вроде... В порядке. Ты победила! Постой. Еще нет. Отсон, где мои яблочные оладьи? Я не собираюсь платить 2,5... Джона, поцелуй меня взад. Я увольняюсь. Отсон! Ты крутая.
Я тоже так хотел сказать. Она круче крутой. Я чуть не потерял тебя. По-моему, я и правда потерялась. Не только из-за симбиота. Я заставляла себя поступать против совести. Это в прошлом. Прости. Это не ты. И я тоже был не в себе. Пит, я... Пит, это что-то вроде коллективного разума. В нем был ты и Гарри. Ему нужен какой-то камень. Майлз сейчас в ратуше. Иди. Я тебя люблю. А я тебя. Юху, хватит, приз получен. Вот и нам, пожалуй, тоже хватит. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще этого не сделал, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. До встречи! Думаешь, это Гарри? Наверняка. Я только что видел его в Куинсе. Он сделал...